генератора случайных чисел. В компьютере бывают даже. Я начну с этого, что называется horror story, которая совершенно неожиданно меня коснулась. Правда, не знаю, коснется или нет. А именно я решил сменить процесс, ну, в компьютере установить новые всякие части. И решил, что надо там, значит, даже уже выбрал, какой процессор заказать, там фирма AMD Ryzen и все такое. И тут уже даже купил некоторые части, и тут я, значит, прочел следующую историю, которая как раз по теме. История такая, что на некоторых процессорах и некоторых программы не устанавливаются, ну, Linux не устанавливается, а какая-то игра не работает. И вот они долго не знали, что там происходит. Наконец выяснили, что в процессоре есть команда, которая генерирует случайные числа. То есть там она может запустить эту команду, и должно появиться это самое случайное число. Кажется, 32-разрядное. Она есть не во всех процессорах, поэтому есть еще отдельная команда, позволяющая выяснить, в данном процессоре такая команда есть или нет. Но выяснилось, что по какой-то ошибке произошло два обстоятельства. С одной стороны, команда, которая спрашивает, есть ли генератор случайных чисел, отвечает, что он есть. А значит, с другой стороны, генератор случайных чисел на самом деле всегда выдает одно и то же число. А именно одни, ну там, только из единиц. 16-ичное, там FFFFF что-то. И после этого, значит, это комбинация этих двух явление привело к тому, что ничего не действует. А не действует оно вот почему, что там какая-то программа для того, чтобы создать временную директорию, временный каталог или там папку, она использует случайное имя. Но и она даже создает две такие директории, две такие папки. И, ну, она значит, второй раз вызывает этот генератор случайных чисел, но на всякий случай из аккуратности проверяет, не совпадает ли он с первым. А если совпадает, то вызывает там еще раз третий и значит, ждет, пока появится новое. Но вот так она, значит, ждет, потому что ничего не происходит. Вот. А вопрос, собственно, такой. Ну а чем, вот что значит случайное число? Вообще, вот если у нас это генератор случайных чисел, то как это вообще понять? Вот, допустим, кто-то реализовал отдельно в процессоре, или там отдельная коробочка, которая говорит, что у нее случайные числа. Что значит, что она хорошая, плохая? То есть как это вообще можно проверить, как это можно. Для начала я хочу произвести опыт, пытаюсь организовать случайную последовательность из 10 битов, нулей и единиц. Просто буду бросать монету и смотреть, орел или решка. Решка. Орел. Нет, подождите. Один это решка. Запас учебных монет. Сейчас будут падать в самые неудачные места. И запишите только то, что вы бросили на бумажку, чтобы мы получили последовательность, которую можно было снова. Так, всем досталось учебные монеты? Так, давайте. Но только честно запишите на бумажку и пытайтесь запомнить, потому что это будет недостаточно точно. Вообще-то методика бросания, очевидно, нечестная. Что надо бросать выше? Да, конечно. Бросать надо под потолок, тогда можно этому доверять. Не очень. Когда они так подбрасывают, на самом деле ничего не переворачивается. Честно, вы только записываете, потому что вы забудете и потом запишете.
Так, ну если кто уже все 10 записал, то продиктуйте мне, я буду просто записывать уже готовые. Вот. Сюда, да. 001. Я же говорю, не умеют кидать. Чего не умеет? Потому что у нее почти все нули. Мне просто хуже. Ну, знаете. Так, давайте, кто еще? Ну я же говорю, 0101 все время. 0-1-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 0-1
1-1. Давайте я в следующую строчку. 1-1. 1-1. 0-0. 0-1. 0-1. 0-1. 1-1. 1-1. 0-1. 0-1. 0-1. 0-1. 0-1. 0-1. 1-0. 1-1. Да. 1-1. 1-1. 0-1. 0-1. 0-1. 0-1. 0-0. 0-0. 0-1. 0-1. Так, да. 1-0. 0-0. 1-1. 1-1. 1-0. 1-0. Так, да. 1-0. Сейчас, да, по очереди, да. 1-0-1. 1-0-1. 1-1. 1-1. 0-1. 0-1. 0-1. 0-1. 1. 1. 1-0. 1-0. 0-1. 0-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. Да, да. Давайте посчитаем еще больше. Сейчас, сейчас, это минуту, да. 0-0. 1-1. 0-0. 0-0. 1-0. 1-0. 1-0. Вот, хорошо. А как вы думаете, вот представьте себе, что вот вы бы тоже решили прочесть такую же аналогичную лекцию без аудитории. Смогли ли бы вы что-нибудь такое же правдоподобное изобразить, чтобы вас потом не разоблачили, что там никто монету не бросал, а просто вы сами якобы смотрели на несуществующих зрителей и повторяли несуществующие то, что они сказали? Да. То есть, думаете, что могли бы? Я думаю, что да. А как бы вы это делали? Просто писал бы числа, даже без бросков монет. Ведь полиранец может быть постоянно. Нет, ну хорошо, ну начните, что бы вы стали говорить. Вот давайте, давайте проделаем небольшой опыт. Ну, не такую длинную, может быть. Но давайте, скажите. Вот, допустим. Бросайте монеты. Ну не надо, не надо. 1-0-1. Скажу 1-0-1. 1-1-1. 1-1-1. 0-0-1. 0-0-1. 1-0-0-1. 1-0-0-1-0. 1-1. 1-1. 0-0. 0-0. 1-1. 1-1. Ну, хорошо, можете объяснить, как, чем вы руководствуетесь? Просто случайными мыслями. А у вас в голове с такой скоростью пробегают случайные мысли, и они содержат орел или решек? Нет, пусть будет один. Допустим, да. Да. Вот. Ну, на самом деле, ну, сейчас у меня нет компьютера, но факт такой, что я еще не... сколько, я не знаю, сколько, ну здесь, наверное, мало еще, но тут, наверное, сколько у нас? Чисел 200. Я помню, что мы проделывали опыт тоже вот уже с компьютером и желающими. Всем желающим предлагалось написать последовательность, чтобы она была как можно более случайная.
После того, после этого это все смешивалось с настоящими случайными последовательностями, половину на половину, которые получались реальными физическими опытами. И потом нужно было отличить. И вот на самом деле можно было отличить. То есть практически все были различены правильно. То есть есть что-то такое вот странное. Вот, а вообще, что значит... Вот, допустим, я бы вам сказал, что я вчера прочитал такую же лекцию, и почему-то у нас выпали все нули. Вы бы мне поверили или нет? Очень маловероятно получить от не нули. Ну хорошо. А допустим, я скажу, что я вот вчера читал лекцию, и там получилась последовательность. 1-0-0-1-1-1-1-1-0-0-0-0-1-0-0-1 и так далее. И прочел бы вот все. Вы бы мне поверили или нет? Да почему же в одном случае вообще в очень маловероятные события вы верите, а в другом случае нет? Нет, поверили. То есть если я вам сказал, что вот были одни нули, то вы бы прямо, так сказать, вот честно, ну, не из вежливости, а реально поверили, что я вам бросал такую монету и получил 200 нулей. Мы можем сказать, что за одну монету были нули. Да, это логично. Но вы бы заподозрили что-то. А почему? Ну хорошо, но монета-то про это не знает. Хорошо, давайте тогда еще один вопрос для начала я спрошу. Вот как вы думаете, вот если мы посчитаем все нули и единицы здесь, то получится примерно равно. Но я не знаю, сколько здесь, но, я не знаю, там 100 с чем-то, наверное. Но примерно равно это просто поровну. Или там плюс-минус 1. Нет, ну плюс-минус, я думаю, 10-20. С одинаковой вероятностью будут разные значения. То есть, ну нули часто. То есть нули и единицы, в принципе, встречаются одинаково часто. Но это логично, потому что этот самый орел и решка, они легкие, и вряд ли они влияют на движение монеты. Но ясно, с другой стороны, что мы не можем точно гарантировать, что там есть 1000 раз бросить, будет 500 нулей. Но спрашивается, какое отклонение нормально? Там 600 это как вообще-то? Уже подозрительно или еще нет? Ну, из 1000. Не подозрительно. А из 100 тысяч, а из 160, например. Здесь очень много факторов влияют на движение монеты. Типа, ну да, и что? Расклад, я не знаю, воздух помещения. Конечно. Поэтому вообще возможно очень различные результаты. Ну хорошо, нет, но вопрос такой вот, представьте себе, что я говорю, что там выпало там 900 из 1000 единиц. Вы скажете, что это заподозрите, что с монетой что-то не так? Или вы все, или вам все, так сказать, вы готовы поверить во все, что есть? Если миллион раз, и там 900 встретилось. Допустим, из миллиона 900 тысяч. Это нормально? Остальные выкинули и... Нет, ну, конечно, если выкидывать, то можно все что угодно получить. Это неудивительно. Ну, а допустим, вот я честно пытаюсь... Ну вот хорошо, давайте поставим вопрос более практически. Вот у нас есть в компьютере датчик случайных чисел. Вот если... На самом деле, если вы зайдете на разные сайты, то там можно купить USB-датчики случайных чисел. Но они там есть разных фирм, а в основном маленьких фирм. Есть дешевые, которые стоят там 30 евро, и, значит, сравнительно, USB такая маленькая штучка. Ну, а есть целые большие ящики, которые стоят там десятки тысяч долларов. И вот купили вы такое устройство, начали его пробовать. Вот получили вы там 1000... Оказалось, что из них 900 нулей и только 100 единиц. Будете ли вы что? Вы будете довольны, что вы купили и хорошо? Или вы пойдете жаловаться в компанию, что вам продан дефектный экземпляр? Вот как вы скажете, да? Ну, чисто для единиц, мне кажется, что вероятность этого события точно так же равна вероятности события, что будет читаться 0,1,0,1, и также, что будет читаться 0,0,1 и так далее. То есть любая последовательность из 1000 нулей и единиц, да, она одинакова по вероятности. Они одинаковы вероятности. Да. То есть, скажем, если мы бросаем нашу монету, вот, ну вот мы, нас недостаточно много, но если было бы очень много, и мы бы стали записывать, сколько, как каждый бросил, получил 10 нулей единиц. Сколько раз выпало там? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выпало 10 нулей. Или сколько раз выпало 10 единиц. Или сколько раз выпало там, ну что-нибудь. То есть, вот как, если бы мы ставили как бы галочку,
около каждой, или крестик, около каждой, которая выпала, вот, встретилась, то вы ожидаете, что все они встречаются одинаково часто. То есть, по вашей логике, чтобы вот вы купили устройство, что бы оно вам не показало, вы его никаких претензий к изготовителю предъявлять не будете, потому что, ну, дороже оно было что-то показать. Вот оно показало 1000 нулей. И, пожалуйста, значит, это законная вещь. Мы можем сказать, что мы можем привести несколько экспериментов, и если все эксперименты будут очень похожи, то есть, например, во всех будут преобладать нули из 100 экспериментов, то да. Мы можем сказать, что устройство не исправно. Но, казалось бы, 100 экспериментов по 10 бросаний, это ничем не отличается от одного эксперимента по 1000 бросаний, правда ведь? То есть реально мы можем эту, одну и ту же последовательность интерпретировать как результат 100 экспериментов по 10 бросаний и одного эксперимента по 1000. И получается, что же, что в одном случае вы на все согласны, а в другом вы говорите, что нет. Когда вот, значит, во всех экспериментах нули преобладали, это плохо. Как же так? Да. Мне кажется, у этого тоже есть вероятность, что случится, и кажется, проверить такое устройство то можно только лишь рассматривая, как именно оно работает, а не смотря только на результат. Потому что есть такая теория, что если посадить обезьяну в печатную машинку, да, то когда-нибудь она напечатает твои узлы. Идеально до знак. Да. Да. То же самое и здесь. Может произойти все, что угодно, если на это есть хоть какая-то доля вероятности. То есть вот такого устройства нельзя браковать? Нет. Да, то есть вот все устройства... Если мы видим, как оно работает, и оно работает как должно, то да. Значит, ну что поделать, так повезло. Да. Но это мне напоминает, есть такая известная история, что фальшивые елочные игрушки такие же, как настоящие, но только не радуют. Устройство, то есть вот устройство выдает, вот вы купили устройство, и оно что-то выдало. Нельзя сказать, хорошее устройство или плохое, а надо, чтобы сказать, надо посмотреть внутрь устройства и разобраться, что оно делало, и на каком основании оно выдало эту последовательность, и не было ли там жульничества, или это оно ее честно выдало. Но это не очень практично на самом деле, потому что, ну вообще, когда вы покупаете такое устройство, там реально происходит, они анализируют шум в некоторых электрических цепях. Но вот если вы слышали когда-нибудь, ну там есть разные способы изготовить это устройство, если вы когда-нибудь, ну а сейчас, наверное, это стали хорошие наушники и колонки, но раньше, когда они были плохие, если поднести, значит, ухо к динамику, то из него всегда раздалось такое тихонечко он шипел. И это на самом деле не то, что там какие-то враги сидят и шипят, это шум, который возникает в электрических цепях сам по себе просто от тепла. Или одно от транзисторов, там бывает, что по разным причинам он возникает в разных цепях, но он всегда есть. И, соответственно, вот этот шум, они из него получают, значит, биты, и вот эти биты выдают. Но как узнать? Вот он есть шум, можешь померить, что там такой был шум. Но был ли это, так сказать, настоящий шум, или это такой он вот не настоящий, а фальшивый, и не должен нас радовать, и, значит, не случайно. Это так не... Вот. Ну хорошо, давайте все-таки, по крайней мере, можно сказать следующее, что если мы напишем все последовательности с 10 нулей и единиц, сколько их будет? 2 в 10. 2 в 10, то есть их будет 1024. Значит, сначала, допустим, будет последовательность одних нулей, будет одна. А те, у которых одна единица, сколько будет? Она может, эта единица, стоять на любом месте. Ну, то есть их будет 10. Если единиц совсем нет, то один вариант. Если единица одна, то 10 вариантов. Хорошо. Если единицы две, то сколько вариантов? 100. Почему? Потому что каждая единица, когда одна... То есть на каждой можно это десятка на одном из 10 мест. Первая единица может стоять на одном из 10 мест, а вторая из 10 ее ставить туда, где уже была первая. То есть остается 90 вариантов. Да или нет? Кто сейчас? Да. Вот потому что... Сейчас. Правильно, 90 или нет? Нет, потому что, например, если
в одном случае первый стоял на первом месте, вторая на втором месте, а в следующем случае будет наоборот. Первый был стоять на втором месте, а вторая... То есть если бы сначала мы ставили красными чернилами, а потом синими чернилами, то вариантов было бы действительно 90, тоже 10 мест для синей и 9 для оставшихся красных. Но, значит, при этом у нас как бы не просто единицы, а еще с цветом. А если мы не учитываем цвет, то что, то что тогда? Надо поделить на 2, потому что если есть 2 единицы, то их можно раскрасить двумя цветами. Значит, получается 45. Понятное объяснение, правильно это вообще? Еще раз, а по 90 было понятно? Да, по 90. А, но теперь в чем, какую проблему мы не доучили, когда 90? А, повторение. Ну давайте мы, допустим, мы ставим, вот у нас просто 3, не 10 мест, а 3 места. Мы можем поставить единицу на одно из трех мест. Либо сюда, первую, либо сюда, либо сюда. Правда? Теперь, здесь вторую единицу можно поставить либо сюда, либо сюда. У нас получится вариант 1, 1. Ну, здесь 0, как бы я не пишу. Или получится 1, 1. И здесь вторую единицу можно поставить вот либо на первое место, либо на третье. Да. А так и в чем проблема? Значит, проблема в том, что, да, ну здесь у нас есть вторая единица, что некоторые, вот это, например, и здесь было, и здесь было. А почему надо на 2 делить? Да, потому что на самом деле, если мы уже решили, в каких местах должны быть единицы, то можно либо начать здесь, потом здесь, либо, ну, наоборот. Есть 2 варианта. Хорошо, значит, так, здесь 40, 45. Теперь, если мы хотим поставить 3 единицы, наверное, вы уже примерно понимаете, что надо делать. Если они все разноцветные, то что было? То первую 10 способами, вторую 9, третью 8 способами. Но теперь, значит, сколько у нас будет этих совпадений? Сколько разных цветных вариантов соответствует одному бесцветному? То есть мы уже решили, где должны стоять 3 единицы, но только не решили, какого они будут цвета. В каком порядке будут эти три цвета. Сколько будет вариантов? 6. Почему 6? Ну, то есть сначала 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2. Значит, вот есть 3 места и 3 цвета. Да. Может быть 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Правильно. А как вы узнали так быстро, что 6? Три факториала. А три факториала, значит, 1 на 2 на 3. А можно как-то объяснить, вот не подсчитывая, почему будет обязательно 3 факториала? Да. На первое место получается... Ну да, здесь уже места зафиксированы, поэтому можно назвать, скажем, по порядку, слева направо. На первое место можно поставить один из трех цветов, после этого останется два цвета. Но, собственно, так и было. Мы на первое могли поставить либо один, либо два, либо три, а потом оставалось два варианта. На второй можно поставить либо два, три, либо один, три. А ну, а третий уже, значит, получится. То есть получится 10 на 9 на 8, на 1, на 2, на 3. И это будет сколько же это будет? Это значит 9 на 3 это же 3, а 8 на 2 это 4, значит 120. Вот. Ну и так можно вычислить до самого конца. Как вы думаете, каких вариантов будет больше всего? А из 10 нулей какое будет самое? На 4. 4 это будет, значит, 10 на 9 на 8 на 7. На 1, на 2, на 3, на 4. Это будет, если 4. А если 5, будет больше или меньше? Там умножается на 6, а делится на 5, значит, будет. А тут умножается на 6, а делится на 5. Это значит 4, это будет уже 5. От этого стало там на 20% больше. А если мы от 5 берем 6, то что получится? То уже здесь надо наоборот будет умножить на 5, а здесь поделить на 6. Кстати, смотрите, все это можно сократить. И получится, что 6 единицами
столько же вариантов, сколько с четырьмя. Можно это как-то объяснить без вычислений? Да, 6 единиц это 4 нуля. Ну, соответственно, не важно, с 4 нулями или с 4 единицами, это одно и то же. Какая разница, как это назвать? То есть это. То есть на самом деле тут будет, ну, в конце будет вариант с одними единицами, и будет один вариант, до этого будет вариант с одним нулем и 9 единицами, и будет 45, до этого будет 120. Раз, два, значит, 1, 2, 3. Что-то еще должно быть 4. 4, 5, 6, 3, 3 еще у нас пропущено. Просто правильно. 1, 10, раз, 2, 3, 4, раз, 2, 3, 4, да, 3 пропущено, правильно, да? Да, все хорошо. Значит, ну, давайте уж, ладно, их немного осталось. Значит, 120 у нас было вот так, да? Значит, 120 умножить на 7 четвертых, это сколько? Да. И сколько будет? 210. Хорошо. Значит, будет 210. Ну и здесь 210. Теперь надо 210 умножить на 6. Вы правильно учите сначала. То есть, если мы 210 разделим на 5, получится 42. Это как умножить на 2? Это значит 42. А 42 умножить на 6. Это будет 42, 240 и 2 на 6, 12, 252. Ну вот теперь, глядя на эту картиночку, будем говорить так, что отклонение от среднего, ну среднее у нас, ясное дело, что будет, в среднем будет 5 единиц. Допустим, мы будем считать большими отклонениями, когда он отклоняется там больше, чем на 1. А малыми отклонениями, это либо совпадает, либо отличается на 1. Спрашивается, что более вероятно, что будет большое отклонение или малое? Сейчас, ну объясните тогда, почему вы так считаете. Значит, малое отклонение – это плюс-минус 1. А большое отклонение, ну или 0, это малое. А большое – это, соответственно, ну там больше или равно 2. Разница, ну то есть начиная… Значит, начиная с там с 3,7 или 7,3. То есть 4,6 это еще малое отклонение. И 5,5 это тоже малое отклонение. Спрашивается, что вероятнее, большое отклонение или малое? Малое. Почему? Ну, если сложить, там будет больше. Сейчас, кого сложить? Что надо сложить? Сложить вероятность. Мы складываем вот эти. Значит, всего на это приходится. Значит, все они как бы одинаковые вероятности. Каждый из них составляет. При большой серии составляет 1024. Значит, если мы сложим вот эти три центральных случая, то будет что? 672? Нет. А 672, правильно. И это больше, чем 512. То есть в данном случае малое отклонение более вероятно, чем большое.